в архиве листали дела губернского управления и обнаружили как раз вот эти вот планы. Цирк – это особый вид искусства, сочетающий в себе много жанров – театральный, музыкальный, акробатический и спортивный. Упоминания о цирке в местных газетах появлялись очень часто, и, судя по ним, представления пользовались большой популярностью. В 1971 году цирк построили по типовому проекту, но с некоторыми изменениями. Манеж цирка был выполнен полностью из каучука, что является редкостью по сей день. И в цирке имеется два манежа. Один манеж для основных цирковых представлений, а другой для репетиций. В 2015 году была произведена реконструкция и ремонт цирка Рязанского, а в 2018 году уже открыли отремонтированный цирк. 3 месяца научные сотрудники музея по крупицам собирали печатные материалы и фотографии из разных источников, чтобы собрать это все в единую экспозицию. Сначала мы писали концепцию, чему посвящена, цели, задачи, комплексы. Обращались в архив, Государственный архив Рязанской области, пролистывали дела губернского прошения, чтобы нам обнаружить планы. Мы хотели показать всю историю от революционного и до революционной истории и до начала 2000-х годов, уже современный цирк. Эта выставка заключительная в этом году для Рязанского музея-заповедника. Она ждет всех желающих до 14 января 2022 года. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».